Космос, он без конца своей жизни. Потому что это никто, даже ученые, никто не знает. Космос – это то, что идет, то, что выше, выше неба. Где там планеты всякие? Это такие круглые шарики, которые раскрашены в разные цвета. Космос – это когда ты на Луне. Это Луна, которая ночью она наступает. Она из космоса летит прямо на нашу Землю. Это там, где небо, и планеты, и Солнце, и Земля. Большая звезда – это большое Солнце. А много их звезд? Да, полно кучи. Только они наверху, они такие беленькие, маленькие, кругленькие. Да, очень далеко от Земли. Вот, ну, примерно Земля, ну, где-то этажей 20 вот так положить. Они, ну, они очень далеко. Конечно, и кажутся вот такими вот маленькими, а на самом деле они очень большие. Звезды – это такие маленькие звезды. Их даже на небе не видно. Можно вообще до них не долететь, еще никто не долетал туда. Земля, она похожа на круг. Наша Земля, она чуть-чуть толстая. Чуть-чуть толстая, такая пышная. Если бы она была бы квадратной, то был бы вот такой уголок, и на уголке мы бы вот как-то вот так стояли бы. И мы бы вот так схватывались, вот так. Если она была плоская, тогда она не... Ну, это уже считается не планета, если она была... Ну, не Земля, она была плоская. Знаю. Папа мне рассказал. И у меня есть книжка «Как устроен мир». Говорят, что на Марсе живут инопланетяне. Пришельцы – это такие человеки зеленые. У них такие усики вот тут вот так есть. И на конце хвостики. Инопланетяне – это такие звельки. И они говорят по другому языку. У них есть вот такие глаза круглые. Это такие зеленые чудики. Инопланетяне – это такие монстры, которые в космосе живут. Есть такая тарелка, которая в космосе летает. Открывается вот эта штука, прям заходишь в пришельца, закрывается и летит он. И чего, они садятся в эту тарелку и что делают? И летят. И суп едят. А зачем пришельцы сюда прилетают, на Землю? Захватить мир.